Сейчас мы нарисуем семейное древо. Что вы видите? Я вижу много хороших отношений по отцовской линии. А вы видите, где находится источник всех конфликтов? Дедушка? Хап! Куда я поеду? Ты куда? Тебя даже дети уже начинают бояться. Я изучаю историю своего деда. Могу я получить копии дневников? Бабушка! Чьи это письма? Я готов умереть за тебя. Когда я снова тебя увижу? Но я пролил столько крови, чтобы ее завоевать, что нас не разлучит даже землетрясение. Я не могу жить с тобой, постоянно неся наказание. Я спрашиваю, ты слышишь меня? Я сделаю все, чтобы правда о тебе вышла наружу. Без тебя жизнь становится мертвой и бесцветной. Я всегда буду любить тебя. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Сожги все мои письма. 21 июня в 20:24 на Киноджем 2.